Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня снова видео на проекте Мазин Холиплей. Сегодня будет очень интересное видео. В этом видео я покажу вам то, что я купил за 19 миллионов. Это именно то, что я очень давно хотел, и то, чего мне не хватало, чтобы у меня было просто все. Теперь я реально смело могу заявить то, что у меня есть просто все на серваке, что мне нужно. Также сегодня поговорим про глобальное обновление, про БТ, вообще когда оно выйдет. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, там подписывайтесь на канал, давайте наберем на это видео 200 лайков. Я вам буду очень сильно благодарен. Также не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Мазин Холиплей. Желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Ну что ж, возможно, вы уже догадались то, что я купил. Я потратил на это 19 миллионов, это довольно-таки немалая сумма. Всего у меня было где-то 70 миллионов, и я потратил 19 миллионов на то, что я очень хотел давно купить, и я целый день это искал. Я искал, кидал объявы в группу, кидал объявы на канал, то, что я хочу купить эту вещь. Но в итоге я потом зашел вечером, писал всем, и все-таки нашел ту сим-карту, которую я смог купить. Это, пацаны, сим-карта получается 4 шестерочки. Вот можете посмотреть мой номер телефона. И это номер 4 шестерочки. Я его купил за 19 миллионов. А свою сим-карту 4 семерки 0 я подарил, получается, Америкосу. Он же Максим Адигамов. Можете как бы звонить Америкосу. Теперь у него сим-карта моя. Также у меня осталось 50 миллионов. 50 миллионов на глобальное обновление. Я их как бы тратить не буду. Поэтому они лежат спокойно себе в банке. Я их не трогаю. Как бы можете не переживать насчет того, что типа вот ты потратишь все деньги и не будешь нормальный контент снимать на глобальное обновление, не покажет нам тюнинг. Пацаны, все будет, в принципе, не переживайте. Я как бы не азартный человек, я в казик не хожу. Я просто купил себе сим-карту, теперь я вообще спокоен. Вот почему мне ее не хватало? Потому что, ну, у меня есть все. У меня есть как бы машины, вот, у меня есть машины. У меня есть бизнес. У меня есть дом на Рублевке. У меня есть все просто, кроме сим-карты. Но теперь у меня есть и сим-карта блатная, которая мне очень нравится. Там вроде бы еще продавали сим-карту, получается, 5 четверок за 17 миллионов. Но почему я не захотел покупать? Потому что она уже у меня была. Кто помнит, я себе сначала купил сим-карту, получается, 5 единиц за 8 миллионов. Обменял ее на сим-карту 5 четверок. И потом мне предложили за сим-карту 5 четверок 15 миллионов. Но я как бы подумал, блин, почему бы и не продать? Потому что я как бы неплохо заработаю. Я ушел в плюс на неплохую такую сумму. Также я получил бесплатно сим-карту, получается, 4 семерки 0, когда продавал сим-карту свою 5 четверок. То есть, грубо говоря, продал сим-карту за 17 миллионов. Давайте вы посмотрите, как я покупал эту сим-карту и как я дарил сим-карту Америкосу. И мы уже продолжим и будем говорить про глобальное обновление, когда оно выйдет и вообще выйдет ли оно зимой. Давайте теперь поговорим про глобальное обновление, потому что, я думаю, всех интересует эта инфа. Как бы я точно инфу не знаю, я просто буду предполагать, то есть это будут чисто мои мысли, мои предположения. Точной информации у меня вообще нету, да и в принципе ни у кого нету, потому что даже если я напишу разработчикам, у них спрошу, я уверен, что они сами не знают, когда выпустят ОБТ и когда уже выпустят ГО. Поэтому
спрашивать Рому, там, Кирилла, спецадмина. Это просто бесполезно, пацаны. Поэтому можете даже никого не просить. И сами даже им не писать, потому что, ну, они сами даже не знают, когда будет ОБТ и ГО. Поэтому писать им бесполезно, пацаны, запомните это. Я вот предполагаю то, что ОБТ выйдет в следующем месяце. Почему? Потому что, получается, лаунчер добавили ОБТ примерно 4 дня назад, если я не ошибаюсь. И никаких движений с этим нету. То есть, сервер еще не готов для ОБТ. И, скорее всего, они сейчас его подготавливают. И уже в следующем месяце уже откроют ОБТ. Ну и примерно где-то в конце следующего месяца, получается, я думаю, будет ГО. Ну, я хотя бы на это надеюсь, потому что, как бы, ждать уже, если честно, надоело, и снимать нечего просто. Я думаю, вы сами это прекрасно понимаете. Да, я могу делать стримы там каждый день, на которых очень даже неплохой актив, спасибо вам большое. Потому что на стримах-то набирается по 200 лайков и по 80 зрителей. Мне это очень приятно, пацаны. Реально, вы красавчики. Но, понимаете, ну, сейчас я считаю то, что Амазинг не перспективный проект. Потому что, ну, я снимаю, стараюсь, стримлю, но, как бы, аудитория не приходит. Аудитория просто стоит на месте. И за счет Амазинга я не могу набрать новых людей. Потому что людям уже не так интересен Амазинг. Людям сейчас интересны другие проекты, как, например, Радмир, там, Малиновка и так далее. Сейчас даже Малиновка та же самая обходит Амазинг по онлайну. Я считаю, это просто позор. Это просто позор, и с этим нужно что-то делать. Нужно что-то предпринимать. Хотя бы выпустить какое-то обновление. Либо выпустить хотя бы новый модпак, чтобы людям стало как бы поинтереснее играть на проекте. Я просто тоже игрок, и я понимаю, что думают игроки. Они просто заходят, вот что, чем они могут позаниматься. Они могут на Нашане там потусоваться, машины попридавать, допустим. Либо пойти на рыбалку, там пофармить деньги. Либо на дальнобойщике, либо сходить на ВЧ, поворовать патроны. Все, больше заняться нечем. Поэтому, пацаны, надеемся на то, что уже в ближайшее время, а точнее в следующем месяце, уже хотя бы выйдет ОБТ, чтобы я мог хотя бы записать для вас видосики, делать стримы интересные. Потому что, ну, вам и так нравятся мои стримы, там будет дальнобойщика, как я катаю рейсы, с вами общаюсь, но, как бы, это не то, пацаны. Хотелось бы делать что-то реально хорошее и классное. Но пока Амазинг стоит на месте, я тоже стою на месте и не могу ничего придумать хорошего. И приходится редко выпускать видео и просто делать стримы. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.